Минскому убийце с бензопилой может грозить смертная казнь. Следователи уверены, если его признают вменяемым, он вряд ли избежит высшие меры. Пока преступник содержится в СИЗО, а скоро ему предстоит пройти психиатрическую экспертизу. Беларусь остается единственным государством в Европе, где за особо тяжкие преступления лишают жизни. Правда, с некоторыми оговорками. Итак, исключительная мера. Наказание не применяется к лицам моложе 18 лет, женщинам и мужчинам за 65. Кроме того, преступник может быть помилован, например, президентом. Ну вот, правда, Александр Лукашенко занимает довольно жесткую позицию по этому вопросу. Достаточно только вспомнить его высказывание. Я процитирую. «Если ты негодяй и подонок, убиваешь человека, какое ты имеешь право жить на этой земле?» Так вот, нападавший на торговый центр попадает под действие этой статьи. Известно, что ему уже есть 18, он является уроженцем Минска. С виду обычный парень, каких в столице Беларуси тысячи. Наверное, поэтому он ни у кого и не вызвал подозрений, когда заходил в людный торговый центр. Некоторые продавцы просто думают, это какое-то шоу. Прилично одетый молодой человек, очень прилично одетый, зашел. Гитарой никакого подозрения абсолютно никого сразу, то есть не могу задвигать. И вот резкое телодвижение, абсолютно сразу резкое телодвижение, человек на месте. Вот почему сразу и произошло, что подумали, что именно два человека, потому что один с бензопилой, а второй уже пошел, якобы второй с топором. Поэтому он тут же сразу расщепил. Это чехол, в котором находился топор, если не разрешить. Ну а первая информация о ЧП появилась в социальных сетях. Пользователи стали выкладывать эмоциональные сообщения о кровавой резне в торговом центре Европа. Многие просто не могли поверить, что это происходит в самом центре белорусской столицы. «Ребят, меня чуть не убили в ТЦ Европа!» – ходил парень с пилой и автоматом. Все выбегали, как ненормальные. Мужик в маске был с топором, тесаком огромным. Вы не представляете, как там дети кричали. Вы просто не представляете. Ну а позже стало известно, что убийца зашел в здание через боковую дверь. В руках он держал футляр для гитары. Сейчас мы вам покажем. Да, вот именно такой. Через мгновение становится понятно, что внутри лежит не музыкальный инструмент, а бензопила. Дальнейшие события вовсе напоминают голливудский фильм ужасов. Но действительно, молодой человек на глазах десятков посетителей, среди которых многие с детьми, набрасывается на продавщицу ближайшего магазина. 46-летняя сотрудница от полученных травм скончалась прямо на месте. Кроме того, от рук преступника пострадала еще одна девушка. Он нанес ей несколько ударов топором, который также лежал в гитарном футляре. Сейчас она в реанимации, в тяжелом состоянии. Но надо отдать должное посетителям торгового центра. Они не испугались и помогли даже задержать убийцу. Он говорит: я думал, я сейчас пойду ему как, ну, настучу как-то, ну, что-то в этом духе. То есть, ну, пойду остановлю человека. Она говорит, когда он ко мне развернулся, и я увидел, что там топорище вот такой вот длины, я понял, что нужно просто убегать. И вот мы бежали вместе с ним, он фактически последний, вот, ну, мы замыкающие были. Мы не оборачивались никуда, никак. Самое главное было выбежать на улицу. Но пока следователи скрывают личность убийцы, но главное, непонятны его мотивы. Есть версия, что нападавший был под спайсом или другими наркотиками. Кроме того, у милиции есть еще серьезные вопросы к службе безопасности торгового центра. В частности, как производился досмотр посетителей. Все это еще предстоит выяснить, но пока же власти поручили усилить безопасность во всех общественных местах.